В Сургуте начали разбирательство по поводу сообщений о гибели рыбы, которые появились в социальных сетях. Местный житель, записавший ролик, считает, что причиной замора могло послужить недавнее происшествие на Айби под Нижневартовском. Но вот эксперты пока не связывают эти события. Для точного заключения необходимо исследовать воду и донные отложения в реке. Как раз для этого в Сургут по просьбе рыбохраны прибыли сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Именно они должны будут поставить точку в этом деле. По их данным, на изучение всех материалов может потребоваться несколько недель. Происходит отбор проб воды, гидробиологических проб, донных отложений. То есть мы смотрим воду, значит, на предмет тяжелых металлов, нефтепродуктов. То же самое с донными отложениями. Здесь работают специалисты Тюменского филиала, специалисты Волгоградского филиала, специалисты из Ростова, то есть собрана экспедиционная группа. Мы работали в Нижневартовском районе в связи с аварией, а здесь мы как бы находимся совместно с коллегами из рыбоохраны по сигналу одного из жителей.